Сейчас мы идем к бабушкам. Бабушки очень нуждаются в помощи. Деньги на продуктовые пакеты нам дала Жанна Бель. Научила нас доброте, любви, состраданию, помощи к другим людям. Жанна Бель передает средства нам на то, чтобы мы открывали себе. Спасибо большое. Помогали продуктовыми пакетами. Анатолечка, свою новую хорошую не подниму. Ну, спасибо вам большое, большой, низкий вам поклон, мои хорошие. Беру как плохо старому человеку. Деда нет уже. 17 лет, уже 18-й год, как не стал. Сальце. Да, ну вот Жанна Бель учит нас благотворительности, помощи, да, что спасибо, спасибо. Дай Бог вас. Крепкого здоровья. Низкий вам поклон. Бабушка благодарит Жанну Бель. Мы пришли сейчас помогать женщине с сыном-инвалидом. Вот. У нас Жанна Бель, наш тренер, она передает средства для благотворительности. Спасибо. Вот. Передаем вам продукты. Ага. Ой, Эмилечка. Вот. Ой, Нового года, чтобы все было хорошо у вас. Ой, какие вы молодцы, спасибо вам большое, огромное-огромное. Да. Вы такие вот, как бы, вот такими делами занимаетесь, людям радость приносите. Да. Настроение у нас, конечно, супер. Большое вам спасибо. Большое-большое. Мы вас любим. Поздравляем с днем рождения вас, чтобы у вас все хорошо было. Спасибо вот. Большое. Будьте счастливыми, здоровыми, чтобы вам помогал и Бог, и все. Вот и Жанна Бель вас тоже поздравляет и передает вам продукты на помощь. Спасибо большое. Вот. Жанна Бель, спасибо большое за поздравление. Мне очень приятно, до глубины души. Спасибо вам за вашу помощь, нам очень приятно. И да, это Милечке тоже спасибо, скажи большое.